Самый простой мангал для дачи может соорудить каждый из вас. Если соорудить вот такой мангал, может не каждый, не каждый умеет, или не у каждого есть материалы, вот соорудить именно вот такой мангал с ящиком, скажем, для жарки картофеля или чего-то там можно сюда положить, то я вам сейчас покажу самый простейший мангал, который может сделать каждый. Такой мангал сможет сделать каждый у себя дома, даже в квартире, даже на кухне. Этот мангал не займет много места в машине, и он всегда будет с вами под рукой, для того, чтобы не заниматься ерундой на отдыхе. У нас на даче сколько, на каждом месте есть какие-то, вот тоже простой вариант мангала, сделанный из колеса какого-то грузовика, вот с такой подставкой для жарки шашлыков. Но такой мангал взять с собой на природу будет довольно-таки проблематично, а вот такой мангал вы сможете взять всегда с собой. Значит, объяснять здесь просто нечего, даже здесь главное один раз увидеть. Вот все, что нужно для этого мангала. Вот одна и вот вторая. И теперь смотрим, как это все происходит на природе. Для того, чтобы установить этот мангал, вам понадобится всего-навсего 10 секунд. Пожалуйста, все готово для того, чтобы начать жарить шашлыки. Желаю вам всего самого лучшего. Подписывайтесь на канал и смотрите следующие интересные публикации.